по тяжелой атлетике среди юношей 2001 года рождения и моложе. Весовая категория 56 килограммов. Номер один. Виктор Кузнецов. МКФСО. Номер два. Яков Басюк. Можайская завод. Юность Москвы. Номер три. Артем Барто. Юность Москвы. ЗАО Можайская. Номер четыре. Егор Панин. Зеленоград. МКФСО. Весовая категория 62 килограмма. Номер пять. Григорий Андреев. Рязановская МКФСО. Номер шесть. Абдулазиз Абдулхаликов. Слава Восьмиостровской юности Москвы. Номер семь. Андрей Чистяков. Рязановская МКФСО. Номер восемь. Федор Гришин. Слава Восьмиостровская юности Москвы. Весовая категория 69 килограммов. Номер девять. Семен Чистяков. Слава Восьмиостровская юность Москвы. Номер десять. Денис Максимов. Кузьминки юность Москвы. Номер одиннадцать. Григорий Гумбин. Слава Восьмиостровская юность Москвы. Весовая категория 77 килограммов. Номер двенадцать. Андрей Малинов. Железнодорожный МКФСО. Номер 13. Данила Щербаков. Железнодорожный МКФСО. Весовая категория 94 килограмма. Номер 14. Данила Гомнев. ЗАО Можайская юность Москвы. Представляем бригаду рефери. Центральный судья Юрий Кляцкий. Международная категория. Боковой судья Амирбек Липов, международная категория. Боковой судья Николай Маслов, всероссийская категория. Простите, Лев Иванов. Я не посмотрел. Участники представлены. Увести участников на разминку. Артем Барто. Первый подход. Готовится номер один. Виктор Кузнецов. Подъем засчитан. Установить заявку от Артема Барто для второго подхода. 21 килограмм. Номер три. Артем Барто. Второй подход. Подъем засчитан. Заявка Артема Барто для третьего подхода 23 килограмма. Установить вес 23 килограмма. На помост вызывается номер 3. Артем Барто. Третий подход. Подъем не засчитан. Артем заканчивает целевок с результатом 21 килограмм. Номер один. Виктор Кузнецов. Первый подход. Готовится номер два. Яков Пасюк. Подъем засчитан. Заявка номер два. Яков Басюк. Первый подход. Подъем засчитан. Готовится номер два. Яков Басюк. Подъем засчитан.
Яков Пасюк, номер 2. Второй подход. Подъем засчитан. На помост вызывается номер 5, Григорий Андреев. Первый подход. Готовится номер 11, Григорий Гумбин. Подъем засчитан. Номер 11, Григорий Губин. Первый подход. Готовится номер 1, Виктор Кузнецов. Встаешь и разгоняешь. О, может быть, висел удобно. Подъем засчитан. Номер 1. Виктор Кузнецов. Третий подход. Готовится номер 2. Яков Басюк. Поступила перезаявка от Якова Басюка для третьего подхода. Он заказал 37 килограммов. Номер 2. Яков Басюк. Третий подход. Готовится Григорий Андреев. Подъем засчитан. Номер 5. Григорий Андреев. Второй подход. Подъем засчитан. Номер 11, Григорий Кумбин. Второй подход. Готовится номер 5, Григорий Андреев. На старте лучше прогнуться. Держать, молодцу. Подъем засчитан. Номер 5. Григорий Андреев. Третий подход. Подъем не засчитан. Номер 11. Григорий Гумбин. Третий подход. Удобненько встал. Прогнул лучше спину. Подъем не засчитан. Григорий Гумбин заканчивает рывок с результатом 40 килограммов. Номер 4. Егор Панин. Первый подход. Готовится номер 13. Данила Щербаков. Подъем засчитан. Номер 13. Данила Щербаков. Первый подход. Подъем засчитан. Номер 7. Андрей Чебедаков. Первый подход. Готовится номер 4. Егор Панин.
Подъем за ребром. Номер 4. Егор Панин. Второй подход. Подъем защита. Номер 13. Данила Щербаков. Готовится номер 4. Егор Панин. Номер 4. Егор Панин. Третий подход. Давай. Подъем защита. Панин заканчивает рывок с результатом 47 килограммов. Счет суммы троеборья. Установить номер 8. Федор Гришин. Первый подход. Готовится номер 9. Семен Чистяков. Подъем защита. Номер 9. Семен Чистяков. Первый подход. Готовится номер 7. Андрей Четвертаков. Подъем защита. Андрей Четвертаков. Второй подход. Номер 9. Семен Чистяков. Второй подход. Готовится номер 13. Данила Щербаков. Подъем защита. Номер 13. Данила Щербаков. Третий подход. Готовится номер 6. Абдул-Азиз Абдухалилов. Подъем засчитан. Щербаков заканчивает рывок с результатом 50 килограммов. Номер 6. Абдул-Азиз Абдухалилов. Первый подход. Подъем засчитан. Итак, номер 7, Андрей Четвертаков, третий подход. Готовится номер 13, Андрей Малинов, к очередному весу.
подъем засчитан. Андрей Малинов, первый подход. Готовится номер 8, Федор Гришин. Заявка Малинова Андрея для второго подхода 60 килограммов. Итак, номер 9, Семен Чистяков, третий подход. Подъем не засчитан. Номер 8. Гришин. Федор. Второй подход. Подъем засчитан. Заявка Гришина Федора для третьего подхода 58 килограммов. Данила Бобнев, первый подход. Готовится номер 6. Абдухалилов, Абдуалис. Заявка Бобнева для второго подхода 62 килограмма. Абдул-Азиз Абдухалилов. Второй подход. Готовится номер 10. Денис Максимов к очередному весу. Подъем засчитан. Заявка Абдухалилова для третьего подхода 59 килограммов. Установить 58 килограммов. Номер 10. Денис Максимов. Первый подход. Готовится номер 8. Федор Гришин. Третий подход. Подъем засчитан. Номер 8. Федор Гришин. Третий подход. Готовится номер 6. Абдухалилов. Подъем засчитан. Гришин закончил вывод с результатом 59 килограммов. Номер 6. Абдул-Азиз Абдухалилов. Третий подход. Подъем засчитан. Установить
60 килограммов. Готовится номер 12. Андрей Малинов. Готовится к очередному весу. Боб. Подъем не засчитан. Номер 12. Андрей Малинов. Третий подход. Подъем не засчитан. Андрей заканчивает. Рывок с результатом 55 килограммов. Установить 62 килограмма. Готовится номер 14 Данила Бобнев. Итак, Данила Бобнев. Второй подход. Готовится Максимов Денис. Номер 10. Денис Максимов. Второй подход. Максимов, третий подход. Подъем дальше. Вниз заканчивает рывок с результатом 62 килограмма. Установить на помост называется номер 14 Данила Бобнев. Третий подход. Подъем не засчитан. Бобнев заканчивает рывок с результатом 62 килограмма за счет суммы 2 года. На этом рисование в рывке завершены. Объявляется 5-минутный перерыв.